Наряду со староверами в России существуют теперь нововеры. Это церковь интернет-обрядцев. У них есть свой храм, да. Чтобы в него войти, нужно набрать пароль, нажать на кнопку Enter. В храме вы можете исповедоваться в чате или написать личное сообщение на форум батюшки, провайдеру Слова Божьего. Нормально, понимающие зрители сидят. Я своим друзьям по телефону читал, завис полный, вообще. Говорит, ты сам понимаешь, что ты сейчас говоришь или нет? Если вы хотите помолиться, достаточно один раз кликнуть мышкой на иконку. Также вы можете загрузить видео молитвы на YouTube и разместить ссылку на блоге Господа. Конечно, предварительно произнеся: «Да очистится реестр твой, да минит тебя синий экран, да хранит тебя Ctrl-S». На сайте нововеров можно покаяться. Покаяние производится двумя кликами. Опиши свой грех в поле «Ваш грех», набери цифры, которые видишь на картинке, и нажми кнопку «Покаяться». Проголосуй за понравившиеся грехи. Обладатель самого популярного греха получит допуск на сайт грех.ру. Также у нововеров есть свои интернет-заповеди. Чти материнскую плату свою. Не запускай поиск Яндекса в суе. Содержи свой принтер в строгости, а клаву в святости. Если мышка искушает тебя, отсеки мышку свою. Не возжелай железа ближнего своего. Почитай Святую Троицу. Ctrl-Alt-Delete. Главная заповедь геймера: если тебя ударили по левой щеке, отпрыгни и врежь из плазменной пушки. По версии нововеров, апокалипсис начинается так. Из облаков выскакивает окошко с сообщением: срок действия триал-версии Вселенной истек. Зайдите на сайт разработчика. Сотворение мира по версии нововеров. В первый день Бог создал калькулятор. И сказал: это хорошо, но Тетрис не тянет. Во второй день создал он радиорынок. Купил там память, материнку, видеокарту, собрал компьютер, загрузил Warcraft 3 и игрался 6 дней. На шестой день вечером сказал Господь: ёпарасете, я же работу не сделал. Нормально, сколько геймеров, вот точняк вот так живут. И в ночь с шестого на седьмой день сотворил Господь свет, тьму, солнце, луну, звезды, твердь, моря, животных, растения и двух юнитов. Мужчину и женщину, юзера и лузера. Посмотрел на это и сказал: к черту Warcraft, буду в эту стратегию играться. И завещал он офисным работникам 5 дней работать, а шестой день отдать пасьянсу косынка. Однако нет модератора в своем отечестве. Кликнул однажды дьявол слуг своих хакеров, и наслали они на землю, зависли машины, и синие экраны поглотили их, и взмолились юзеры: защити нас, святой Касперский заступник. И явился доктор Вебер Юродивый и отбил атаки хакерские, а всех троянов заманил в папку «Карантин» и пролечил. И, наконец, если вы услышите в храме такие слова, как «Привет, медведь», «Адский сатана», «Жесть и афтаар, выпей и аду», не удивляйтесь, служба в храме ведется на новославянском языке. Во имя винды, харда и святого модератора, админ –